весна еще в начале, еще не загуляли, но уж душа рвалась из груди. И вдруг приходят двое с конвоем, с конвоем, оденься, говорят, и выходи. Я так тогда просил у старшины: не уводите меня из весны. Дома я пропотели, все расколоть хотели, но нате вам, темню я 40 дней. И вдруг как нож мне в спину забрали Катерину, и следователь стал меня хлопни. Я понял, что тону, покажьте мне хоть форточку весну. И вот опять вагоны, перегоны, перегоны, и стыки рельс отсчитывают путь. А за окном в зеленом березки и клены, как будто говорят, не позабудь. А с насыпей мне машут пацаны: зачем меня увозят из весны? И спросил я Катю взглядом: уходи, не надо. Нет, хватит, без весны я не могу. И мне сказала Катя: что ж, хватит, так хватит. И в ту же ночь мы с ней ушли в тайгу. Как ласково нас встретила она: так вот, какая ты весна. На вторые сутки на след напали суки, как псы на след напали и нашли. И завязали суки и ноги, и руки, как падаль по грязи поволокли. Я понял, мне не видеть больше сны, совсем меня убрали из весны.